жизни девочек маленьких и старух посидевших. Есть мужчина особенный, он любим и безгрешен. Он не спит темной ночью, если ты заболеешь. Он подскажет, поможет, раз сама не умеешь. Он тебя защитит и согреет любовью. Он с тобой грустит и смеется с тобой. Он похвалит, научит и подскажет умело. Все твои страхи озвучит, самую сделает смело. Как знаком его запах, рубашка и шляпа. Обниму и шепну: я люблю тебя, папа.